И сейчас мы идем на второй этаж в музей. Да, это вторая часть нашего видео. Идем. Красиво, да? Какие люстры. Иди, иди. Это скелет морского льва. Это у нас морж. Белый мишка. Какой огромный скелет. Это первая подводная лодка. Такая вот она была. Ее построил американец Дэвид Бушнелл, вроде бы. Николь уже испытывает. Такая она круглая, деревянная. Вручную все крутится. Это один из кораблей, макет корабля, вернее, Альберта I. Он очень много посвящал времени экспедициям морским. Вот он, фотография Альберта I. Очень любил он этим заниматься. Очень много фотографий здесь. Наша планета. Жень, ну это ж не мячик, не играем. Оп, оп. Италия. Нет, это не настоящий дядя. Это макет, то есть это понарошку все. Видишь, это вот такие вот лаборатории у князя Альберта были на корабле. И вот это вот все взято с одного из кораблей. Это вроде как он. Ученые, ученые. Они тебя не слышат, так? Ну, потому что это не настоящий дядя. Но это не настоящие люди. Это понарошку. Да. Ничего себе. Это, наверное, зал для конференций каких-то. В музее есть сувенирный магазин. Можно себе что-то приобрести на память. Разные книги, статуэтки, чашки, футболки, игрушки, кораблики.
сумочки, календарики, брелочки.